Здравствуйте, это Денис Чернов, проект Walking Writing Book, рабочая тетрадь записки интернет-предпринимателя. Для того, чтобы создать блог на WordPress на собственном хостинге, необходимо этот хостинг иметь. Давайте зайдем на сайт peterhost.ru. Здесь есть возможность 14 дней потестировать хостинг. Хостинг нам, естественно, нужен с базами данных, потому что WordPress содержит базы данных. Регистрируемся. После того, как вы зарегистрировались, ввели данные, и вы попадаете в панель управления своим аккаунтом. Я тут кое-что спрятал, вряд ли оно вам необходимо. Спускаемся теперь вниз. Спустились вниз, дошли до следующих пунктов, необходимых нам на текущую секунду. Это управление базами данных и управление пользователями. Нажимая на эти кнопочки, соответственно, мы попадаем, получаем возможность создать базу данных MySQL и создать пользователя под эту базу данных. Все, после того, как вы это сделали, там, в принципе, все интуитивно, понятно и банально. Мы нажимаем на вот эту вот кнопочку. Установка SMS. Здесь все тоже понятно, что необходимо сделать. В этом поле вам следует выбрать, что вы будете устанавливать. Это WordPress. Здесь домен, который вы зарегистрировали при регистрации хостинга. Здесь указываете базу данных, которую вы на предыдущем шаге делали, и пользователя. Нажимаете установить. Проходит буквально несколько секунд. Все, ваш блог готов. Можете пользоваться. Выглядит это будет приблизительно вот так вот. Но этот блог я, конечно, переделал ручками. Но материалов по тому, как дорабатывать блог в интернете, полно. Главное в этом деле начать. То есть свой первый бизнес-блог на самом деле обойдется вам менее 1000 рублей и менее 10 минут работы. Спасибо за внимание. Это был проект Walking Writing Book, рабочая тетрадь записки интернет-предпринимателя.